Днепропетровская область готовится к весенне-полевым работам. Хозяйство закупает минеральные удобрения, средства защиты растений и топливо. Приводит в порядок технику. Сейчас эти работы уже на финишной прямой. Посевную кампанию аграрии планируют начать в конце марта или в начале апреля. Под посев заготовили почти 71 тысячу тонн семян яровых зерновых культур, приобретено 89 тысяч тонн минеральных удобрений, 33 тысячи тонн дизельного топлива. Сейчас область готова к весенне-полевым работам на 95%. Несмотря на аномально сухую осень, прогноз на урожай зерновых в 2016 году оптимистичен.